Вот в этом доме я родился. Вот эти окна под козырьком, второй этаж. Это как раз комната дедушки с бабушкой. А наша комната, где ютился я, мать и отец, вот та вот с золотинкой, второй этаж. Вот там я провел первые 7 лет жизни. Этой дороги не было, был бурьян. Здесь я ловил кузнечиков, было так интересно. Росла верблюжья колючка. Вот тут я ходил. Где этот трубопровод был, заборчик. Вот такой дом. Сейчас примерно... Да, кстати, а родился я вот в этом вот здании. Это был роддом. Вот это был роддом. Вот здесь я родился. Вот здесь родилась и моя жена. На 6 лет младше. Здесь родился и мой сын, которому сейчас уже 35 лет. С хреном нафиг. Вот в этой школе 6-й. Вот она. Я учился в 1-м классе. Первый класс окончил здесь. Сейчас будет мосточек через Рыгинский ручей, который мы называли Горячкой. Вот он там. Вот там, болтаясь по берегам этого ручейка, я провел очень много времени, очень много, так уж лет до 10, 12, это уж достаточное количество. Потом жили на площади труда, как я покажу этот дом. Там я где-то прожил до 26 лет, с 7 до 26, то есть 21 год. После чего был куплен домик. Более-менее нормально, типа вот такого вот, который я там перестроил, и мы с моей супружницей Нинеттой, сейчас такой очень грозной женщиной, но любящей меня по-прежнему, поселились, там родились наши дети. Не было удобств. Вернее, удобства были. Туалет во дворе, колонка на улице, газ баллонный, отопление печное. И я всю жизнь проживший вот в таком доме. Потом сколько-то, с 81 года по 96 я прожил там. Постоянно его там перестраивал. То окна мне нравились другие, то я там строгал на деревообрабатывающем станке, чтобы детям сделать, так сказать, комнатку красивую, деревом все это отделано, на дереве вырезал, вернее выжигал различные там рисуночки, чтобы было интересно. Вот, а теперь я живу, вот, видите, это гараж. А дом мой, ну дом я вам покажу сейчас. Вот.
никогда не думал, что я буду жить, иметь машины, вообще водить. Я этим делом не увлекался. Что у меня будет, видите, такой двойной гараж на три машины. Ну тот с дверью, с ставнями занимает сын, когда приезжает. Живет не здесь, но останавливается в этом гараже. Поэтому я его не занимаю. Ключи врезаются в замок. Здесь нас ожидает вот такой автомобиль. Старенький, премиум класса 2002 года, но нигде не поржавевший, бегающий, и я за ним слежу и буду следить. Мне хочется узнать, сколько же он может пробежать, если за ним следить. Так что на меня ностальжи наехала. Налетела грусть. Сяду и промчусь. А мне нужна твоя скорость. Перефразируя Розенбаума. Ну что тут, мы, наверное, не въедем. Включим вот такую вот ерунду. Что тут она нас покажет? Лучше сдадим-ка назад. А теперь вперед. И работая только одной левой, мы заезжаем в гараж. Машины, вот они. Колесики ровно. Нажимаем на кнопочку. Все. Мы приехали. Ой. Так. Жара, жарища. Машины стоят, видите, как. Знал бы, сделал бы этот гараж заранее еще чуть побольше, длиннее. Было бы еще удобнее. Ставить машины. Конструкция. Вот он, бассейник мой, в котором я более-менее регулярно купаюсь. И летом, и зимой. Видите, дорогущая аппаратура, профессиональные колонки для студии звукозаписи стоят приходованные. Качели. Запахло елками, хвоей. Зреет абрикос. Еще один кабель прибежал. Стал виден домик мой. А вот он, зайка-забегайка.
Вот в этом доме я живу, который построил я. Он практически половина как того дома, в котором я родился. А вон мой герб беленький за козырьком сразу. На дверях тоже герб.